Дубль 2. Я тут спрашивала, как поле Таро видит каждый конок. И рунами, и Таро. Ну, в смысле, на Таро руны нарисованы. Самодостаточность и очищение по Иве, потому что Турисос и Урус. И медведь вот тут нарисован. И вон этот щит, шлем ужаса. В общем, как видит, это Навье дерево, Ива, Инская абсолютно. И я собираюсь вычищать подсознание, эмоции Инская. Видит девятка пентаклей, королевой кубков и тройка пентаклей. Мастерство в эмоциях, самодостаточность, очищение эмоций. Самое то про предательство. Раскрытие сердца, когда ты самодостаточен и может быть уже с ощущением закрытого сердца и не впускаешь никого. Открытие сердца и работа, договор, вырабатывание мастерства. Как видит конок? Это сейчас, это вот они новенькие, я с ними не работала, потом будет интересно посмотреть. Как видит конок клёна, а его делали, ожидая, что мы тут сотворим, и он тут такой, как